26 января – День здоровья и спорта. В этот день любой желающий может абсолютно бесплатно посетить бассейны, спортплощадки, тренажерные и фитнес-залы, катки. Надо лишь заранее записаться на сайтах соответствующих спортивных учреждений. Кроме того, любители здорового образа жизни и болельщиков ждут в спортшколе номер 2, где пройдут лыжные гонки на призы главы Чувашии. В субботу лыжная трасса на улице Престанционной станет местом сбора ветеранов и любителей лыжных гонок. Дистанция свободным стилем – 3000 метров для женщин и 5000 для мужчин. В воскресенье здесь же пройдут эстафетные гонки среди семейных команд. В программе соревнования – лыжные эстафеты, причем детям предстоит преодолеть дистанцию 400 метров, мамам – 800 и папам – 1500 метров. Торжественное открытие соревнований в субботу в 10:30, в воскресенье – в 12 часов.